В Рыбинске во время новогодних праздников были запущены сразу два новых автобусных маршрута – 27 и 29. Они будут курсировать по социально востребованным направлениям. Здесь будут действовать проездные и сохранятся все льготы. Автобус под номером 27 каждые полчаса будет отправляться от железнодорожного вокзала, следовать через Соборную площадь. Конечной остановкой станет мясокомбинат. На этом маршруте запланировано 15 остановок. Автобус под номером 29 будет курсировать реже, промежуток между рейсами будет составлять больше часа. Отправляться он также будет от железнодорожного вокзала с конечным пунктом остановки у садоводчества «Дружба».